Всем привет! Это видеоблог Снегурки. Давненько я не выпускала видео, поэтому в сегодняшнем выпуске вы узнаете, как я провожу новогодние утренники. Поехали! Так, друзья, всем привет! Я надеюсь, вы меня узнали, не забыли. Я Снегурочка, и это мой новогодний видеоблог. И в нем мы путешествуем по танцевальной студии Артрайс и смотрим, какие подарки приготовили для нас детишки и ребятишки, наши любимые танцоры. И сейчас мы заглянем к одной группе. Сейчас, смотрите. Они там репетируют. Так, давайте постучимся к ним. Так. Смотрите, репетируют девчонки. Какие красивые девочки, здравствуйте. Так, помашите. Вы меня узнали? Да. Какие у вас красивые. Смотрите. Ой, какие красивые у вас. Какие-то наклейки, да? Да. Такой новогодний грим. Ух ты, у меня даже такого новогоднего грим нет. Ну что, давайте, как меня зовут-то? Снегурочка. Ой, а вы, наверное, снежинки, да? Да. Ой, ну так, девчонки, я на самом деле пришла к вам не одна, да? Как вы думаете, с кем? Снегурочка. А давайте его позовем. Я все бежала, к вам торопилась. А Дед Мороз где-то там запропастился. Давайте его позовем все вместе. Давайте на 3-4 нужно громко-громко крикнуть Дед Мороз. Договорились? Да. Давайте. 3-4. Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! Смотрите! Дедушка Мороз! Смотри, какие у нас красивые снежинки! Это не то слово, Сень, какие красавицы у нас тут сегодня. Вообще, переливаются, все блестят. Ну, наверное, снежинки подготовят для нас какой-то подарок. Да! Для нас подарочек даже есть, неужели? Да! А что, вы песенку будете петь? Нет! А что же тогда? Танцевать. Ой, я танцы люблю. А можно мы посмотрим с Снегурочкой? Да! Так, ну, наверное, тут для подписчиков. А можно я вас тоже засниму и потом... Ой, спасибо. Ну все, сейчас вы готовьтесь, а я пока выставлю камеру, хорошо? Да. Все, договорились.